Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и мы продолжаем проходить... Да что ж скрипишь? Мы продолжаем проходить модификацию к сталкеру под названием «Возвращение Шрама». И теперь мы вернулись на... Куда мы вернулись? Темная долина. Здесь, если я правильно помню, если мне не подводит моя память, то мы должны убить... Бандюгу, он какая-то аномалия. Ну ладно, хрен... Ё-моё, хрен с ней. Надо бы включить, наверное, ПНВ, потому что не видно ни гугушеньки, и поэтому... Давайте найдем, наверное, не просто так тут сидят эти ребята. Эй, ты. Ты решил насрать на этот труп? Зачем? Чувак, здорово. Лёня бомж. Ну, да, понятно. Так. Ты знаешь, по виду, кстати, не скажешь. По виду ты выглядишь довольно так цивильненько. Так красивенько. Так. Не то чтобы я... Что-то мне понравилось, а не подумайте. Просто так. Так, ты кто? Митя Богатырь, что-то у вас тут все кликухи-кликухи, а где мой пуля? Куда вы дели моего пулю? Он мне нужен. У нас с ним базар есть. Террорист какой-то. Где пуля, ё-моё? Эй! Чё ты тут сидишь, пацан? А, окей. Где пуля, грозный? Ладно, хрен с вами. Значит, мне нужно, по-моему, просто убить кого-то. Ну-ка, что нам говорили в последнее время? Муж сходить сам... Яйца чьи-то там засолить. Так. Я чуть-чуть в недоумении, потому что мне говорили прийти сюда, и здесь пуля нас найдет. Но пуля что-то не особенно торопится шевелить поршнями и нас находить. Я помню, что ребят там говорили, где-то что-то надо подождать пулю. И я боюсь, как бы я не провтыкал нужный момент. А смотреть во всякие гиды как-то неохота. Не ахти. Ну ладно, хрен с ним. Сейчас попробуем, наверное, наворотить. Не появился еще один бандитский клан, так что будь осторожней. Чувак, ты бы хоть микрофон покруче взял. Ворона, а тут... скоро придем, бары, сдолкаем в гудок тебе жестких дисков, флешек и твой личный ПДА. Парень, у тебя белая горячка началась. Чё ты несешь? Не одобряю. Пойдемте тогда туда. Глянем, что там у нас творится вообще так-то. Да-да-да, мы ж помним, да, что мы получили замечательнейшую снайперку. Которая работает как бинокль. То есть подсвечивает цель. Да хорош, отпусти меня, блин, хватит тормозить. А! Ладно, хрен с тобой, скоро компьютер новый куплю, и там все будет норм. Сюда как-нибудь можно забраться? Макаком себя представить каким-нибудь. Нет, вряд ли. Я, по-моему, пробовал, да? Почему ж ты не Альтаир? О, 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 о. What the fuck? Чувак, да ты... Да. С ума сошел, что ли? Ты мог меня... Ты, в общем-то, это и сделал. Блин. Ладно. Да, вы заметили, да, что уже загрузка все в порядке? Где мои очки? Я когда волнуюсь, у меня глаза начинают болеть. Тем более сейчас, когда я болею. О! Мило. Теперь день? Ладно. Так это, наверное, будет не в тему сказано, но... В зоне сюрпризы встречаются. Такие, как резкая смена погоды и... Да, может быть, это было затмение. И после загрузки затмения... Кончило. Чувак, тихо. Вот так! Ты живой? Ну ни хрена себе. Так, нет, держи свою базуку при себе. Чёртов. О, ни хрена он провалился. Чёртов неандерталец, что ж ты творишь, а? Так людей убить можно. Тебе повезло, что это я еще сохранился. А то бы я вообще не знаю, что бы сделал. Сейчас бы сидел в углу и плакал. Значит, там таких будет... Террариук много. Ё-моё, у него еще эпилепсия началась. Не хочу я на это смотреть. Туда пойдем? Не пойдем. В баню. Пойдем мы оттуда. Значит, там где-то сейчас будет еще один такой же парнишка. Веселый парнишка. Какого хрена? Все время меня сраный звук пугает. Это, видимо, когда слишком много чего-то происходит, игра негодует, и вот такой вот неприятный бдж происходит. Бдж. Вот там вот где-то должен быть еще один. Похоже, всех снайперов
здешних вооружили РПГ. Видимо, решили, что это более по-снайперскому. Ну или они таким образом пытаются сдержать меня. Какая-то музыка играет. А, это похоже с их базы, да? У них там хардовый... Хардпати происходит сейчас. Хардовый рок, хотел сказать, но это не похоже на рок. Вообще ни капли. Зато меня кто-то видит. Стоп, я видел там врага. Да, вон, пип. Где? Цени, цени. Покажи мне, о чудесно. Оп! Твою мать! Твою мать! Нет, 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 нет. Чувачок, 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 тихо, тихо, тихо. Это тебя оса укусила. Оса укусила, это не я. Я не при делах. Парниша, я не... Да какого черта? Терминатор сраный. Мне нужна твоя... Ты сейчас-то... А! Я ж видел вроде бы взрыв, нет? Мне показалось? Я вроде бы слышал два взрыва. Неужели это какой-то еще поганец по нам стреляет, нет? Тихо, тихо, тихо. Правило первого выстрела. Вау! Ха. Вовремя я выстрелил. Стоп. Мне показалось? Тихо, тихо, тихо. О, нет. Еще один. Вот почему я слышал два выстрела. Тут действительно два. Да что такое? Нет, нет, нет. Фух. Чудо, чудо-дерево. Это почти как чудо-трава, только чудо-дерево. Было бы еще забавнее, если бы это был банан. Да ты ж... Чертовка живучая. Я сейчас тебя... Фух. Ни хрена себе. Откуда у бандитов столько бабок на такое вооружение? Снайперов. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Ай. Больно. Это, черт возьми, покалывает. Какой ты... О! Yes! Теперь он вроде бы сдох. Прекратите, убейте там друг друга уже. Хватит вот эти тыдыч-тыдыч делать. Ведь... Храм, в долине появился еще один бандитский клан, так что будь осторожней. А, это рация была. Ё-моё. А я думал, это мой друг Укурыш разговаривает. Ворона, скоро придем, барыш, долгам, гудок тебе жесткий. Блин, да хрена... Че за озвучка, боже мой? Да... Убегает еще. Ты думаешь, ты выживешь, дружок? Я же чертов Джеймс Бонд. Че мне делать, че мне стоит тебе сейчас взорвать с РПГ, с которого вы хотели взорвать меня? Ой-ой. А я помню это место. Кто там по мне уже? У кого я там на палеве? Оп! Оп, и нету тебя. Оу. Вот как быстро жизнь проходит, да? Оп, ты есть, оп, тебя нет. А всему виной какой-то парень, который пришел сюда, вообще не знамо зачем, не знамо кому. И вообще не знамо кто он. И вы ему ничего не сделали вроде бы, но он решил вас перестрелять. О нет. Раунд 2. Ааа! Сдохни! Чё, неужели? Мой прицел его не видит. Нет, видит. Да, по-моему, он прячется, да? Нет, вон он. Чувак, 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 чувак. Держи свою базуку при себе! Самбуку. О, ёмно. Он там чуть друг друга... О, ёмно. Он там присел, видимо, решил опорожниться, мальца. Ну и ладно. Вирусная база данных успешно обновлена. Вирусная база данных успешно вас отвлекла. Ух ты, снайпер. Ой, ё. Вот это я снайпер. Блин, уберись, Алас, я не вижу за тебя. Что там написано? Сколько у меня жизней? А, ладно. Будем бегать. А! Какого черта, что это было? Твою мать. Аваст! Все ты! Все, мать твою, ты! Я всегда знал, что если Аваст говорит угроза что-то там, то все. Хана, короче, пришла. Фу. Опять ночь! А. Мне больше нравился день. У нас было полной жизни. Чё нас убило? Так, идем, идем, идем. Вот там парнишу мы уже убили. Да, по-моему, да. Прицел кого-то видит, но я этого кого-то не вижу. Да, действительно. Когда что-то пройдет. Ты уже вроде бы привыкнуть должен был. Стоп! А?
Какого хрена? Не понял. Я не знаю даже, что сказать. Что это было? Почему мы зомби? Почему мы зомби стали? Да ё-моё! Так. Дайте подумать. Блин. Да. Смотрите. Вот видите вот это вот висящее оружие? Вот это вот. Вот эту вот иголку в огромном стоке сиена, находящемся на темной долине, да? Вот это тот, кого нам нужно было найти. Как было нужно догадаться, что он находится именно здесь, я не знаю. Это чертов бред. Мне приходилось бегать. Потом меня задолбало, я посмотрел в гиде. И вот он тут стоит. Вот как мы должны были догадаться? Как? Каким нужно быть гением, чтобы поставить его сюда? Без единственной зацепки за то, что он находится именно здесь. Тем более в невидимости, более за кустом. Ой, идиот, а. При всем уважении к создателям мода, если вдруг вы это смотрите, ради бога, сделайте какой-нибудь намек. Ну, или намек явнее, чтобы даже такой дурак, как я, мог найти его. Блин, ладно. Вот он, в общем. Чтобы поговорить с ним, нужно навести на его пушку. О, он нам уже друг. Здоров, пуля, вот тебе на, 2 года спал. Тебе, видимо, тоже время. Тебя тоже время, видимо, под регеном просвечивали. И тебе не кашляй, шутник ты, однако. И как ты видишь, наука, которая сейчас под властью хозяев, изобрела новый вид маскировочного халата. Но в зоне они пока что в штучных экземплярах, так что больше долго не спи. Теперь подождем 8 вечера, а далее получишь более подробную инструкцию. Можешь зарюмнуть, но никуда лучше не ходить. Говно вопрос. А я могу спать? О, я могу спать. До 8, да? Сколько сейчас время? 18:24. Так и надо было побольше галет спасти. Так и надо было сделать тут нормальное меню сна. Хотя бы как в ОГСЕ. Или... А! Нельзя так просто взять и поспать, не умерев. Fuck yeah. Я таки залез сюда и не сдох от радиации. Это было не так-то просто, потому что мы почему-то куда-то попадали, и вдруг Сидорич такой говорит: Атас, там зомби! Большоносый гомо... Хрен. Чё он гонит? Никакой я не зомби. Ну, вроде бы, сейчас он такого не говорил. Да откинь ты копыта уже! Пацанчик с района, ё-моё. Я в тебя выставил 3 патрона из СВД. Все попал. Как ты живой еще? Ума не привожу. Ладно, здорово. О, он даже переместился. Хреново тут. Еще бы. Хреново было тебя искать, гад. Значит, надо полечиться. О, тьфу ты. Кстати, возможно, именно тот вот парнишка нас и того. Чик-чик. Чикнул. Возможно. Не факт. Давайте попробуем. Мы видим сны. И надеюсь, нас не убьют в это время. Ну, мы живы. А времени... Час. Шрам выспался за 2 года. Ну, и шатайся где-нибудь, да, 6 часов. Отлично. Прекрасно просто. А, блин. Ладно. Я не знаю, что я буду делать, но... я пропущу это ожидание, потому что... Ждать этого, это просто... Кирдык. В рот я шатал всю эту систему со временем, честно. Потому что это был звездец. Я ждал одного времени, потом другого. Ой, блин, ладно. Так, здорово. Так, не так-то просто, все визуально. Тень все равно остается. А, во, понял. Нафига я тебе вообще здесь нужен? Тебя же совсем не видно. Взял, подошел к Борову, сунул отвертку ему в ухо, а также испарился. Ну или не только отвертку, если вы понимаете, о чем я. В общем, у них есть ПДА, у которых датчик определяет приближение врага, а охрана у Борова нифиговая такая. У них снайперы бьют с РПГ, ну, уже не бьют. Короче, давай за дело. Стрелок никудышный, после 20:00 Боров выходит на приступ, где матюгальник висит с одним или двумя охранниками. Либо курит, либо
любит с ВСТО разглядывать, к окнам он никогда не подходит. Я рассчитывал валить его с заправки, но снайпер с разной заготовкой становится и никак не приблизится, так что выход один. Стреляй с этой точки, повернись к забору и стреляй оттуда, где аптечка лежит. Аптечку можешь забрать. Как бы не пошуровал никто. Ага. Ага. Короче говоря, нужно здесь где-то найти аптечку. Вот она, родимая. И нужно подстрелить нашего дорогого Борова. Где-то здесь мы его должны увидеть, по идее. Я специально сохранил на чуть-чуть другой сейф, потому что... Чуть со временем не воды. Вон он, наш зомби. У нас тут произошла такая штука, что... Боров? Где? Где Боров? Ага, где Боров? Эй! Ребятки! Where is my Боров? Give me my Боров! Так. Где матюгальник висит? А я там знаю, где твой матюгальник висит, а? Старый хрыч. Невидимка, ё-моё. Говнюк. Мог бы сказать поподробнее, ну или хотя бы на карте указать. Так, так, так. Две цели. Ага, нет, это зомби. Оп. Тоже, наверное, зомби. Или нет? Не-не-не, зомби. Да, зомби. Так, что-то мне невдомёк. Вот она, вон они, кстати, все эти трупы лежат. Матюгальник, матюгальник. Матюгальник, где же ты? Вот там он обитает. Твою... Ёханый карась, где он? Ладно, загрузимся. И я разберусь и дальше продолжу. Вот он ты где, гад, а? На! Еп! Что-то взорвался вообще к чертям собачьим. Ладно, он сказал, бежим к переходу. Ну, погнали к переходу. Не особо ты торопишься, дружок. О-хо-хо, побежал, побежал, побежал. Забавное действо. Бежит такой автоматик одинокий. Бежит автоматик одинокий. Что он забыл? На дубе том. В какой бежит он край далекий? И почему он неведом? Дружок! Дружок, эй! Стой! Там пси-излучение. Я уже на своей шкуре испытал. Может не надо? Может не стоит? Что за белка тебя тут укусила? Куда ты попер? Ну ладно, хрен с ним. Попробуем just for fun за ней последовать. Нет, чувствую, сейчас скажут, меченый ты зомби. Ахаха, ты зомби, прекрати. Нет, смотри-ка. Пока что вроде бы все идет более-менее неплохо. Хотя надо, наверное, да, вот так вот сделать. Все более-менее неплохо идет, хотя я, честно сказать, удивлен. И, кстати, мне говорили, возьми арбалет, дорогой мой дружок. Тебе надо обязательно убить его с арбалета, а то спалят. А теперь мы идем прямо под их базой. Я убью его при помощи снайперки и всем глубоко насрать вообще на меня. Даже вот этому парню, который целуется со стенкой в данный момент. Вообще, может быть, он ходит голый? Ну да, правильно, он ходит голый. А, потому что иначе... А, нет, у него костюм. Я почему-то спутал его. Ну, неважно. Ладно, пойдем тогда за ним и... Что-то его штырит. Дружок, вообще я хочу такой же костюм, знаешь? Он был бы очень кстати. Блин, что-то я захотел в кризис поиграться. Вот это там клево было, да? Вот так вот невидимости. Подошел к кому-то. What the fuck? Он-то невидимка. Гребаные маджахеды. Они сюда добрались. Ладно. Атас! Атос, Портос, говнюк ты, штопанный. Чё там сидишь с РПГ себя подрываешь-то? Хоть посмотрел себе под нож, что ты себя-то подрываешь. Ты этим себе же хуже делаешь. Ах, впрочем, хрен с ним. Чёрт поганый. Тогда пойдем, короче, обойдем. Он говорил что-то типа базы бандитов. Волчье логово, база бандитов. Короче, не связанная билиберда, и я, кажется, втянулся в его тему. И понял, куда нам нужно идти. Туда и направимся. Ну, я надеюсь, нас не перехватит никакой кровососяныч по пути. А то
Я не люблю, когда у меня сосут всякие кровососянычи. А то он-то такой блоунап может сделать. Вообще. Вот он. А-а-а! Тихо, стой! Не надо! Ага. Нет, 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 только не наш радостный дружок-базуйчик. Он же сейчас опять подорвет и себя, и меня, и вообще всю базу к хренам взорвет. Тупой идиот. Тупой дебил. Похоже, он меня еще не заметил. Ну, хрен с ним. Фух. Вот это база бандитов, да? О которой тот черт мне говорил. Или нет? Но в любом случае, он должен будет дойти сюда, потому что, как мы видели, он не совсем Гудвин. Он все же бегает пешочком. И бежал куда-то явно в этом направлении. Он что-то намолвил насчет того, что ты, типа, идешь с того пути, там, траливаля-ля-ля-ля. Знаете, какая у меня появилась идея? О май гад! What you doing, bitch? Вау! Это сраный везунчик. Гадалки не ходи, ты очень везучий. Одно дело попасть мечом по... Как ее зовут? По палке. Другое дело попасть пулей по более тонкой палке. Ну, вы поняли. Ну чё, дружок, привет. Да это что ли, барахлит? Почему вы все говорите одно и то же? Нам надо... Детектор, что ли, барахлит? Да я... Ой. Ой. Не... Нет, Сидорович. Не говори. А, да. Наш шрам очень хреново себя ощущает, когда открывают какой-нибудь путь. Знаете что? Наверное, на этом и закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на новое видео. Оставляйте свои координаты. И тьфу ты. Останавливайте. Ой. Подписывайтесь на новое видео. Я же тут совсем загрузился. Пока-пока-пока. Удачи.